Друзья, всем привет! Поздравляем Димаша Кудайбергена и нас, зрителей, с очередным миллионом просмотров нового клипа «Окей» на официальном канале артиста. Это успех и подтверждение правильности выбора видеорешения музыкальной композиции. Несмотря на перерыв между концертами Димаша, его песни уверенно набирают обороты в мировых музыкальных рейтингах, благодаря нашим с вами усилиям во время голосований. В чарте Hot Trending Songs от Billboard от 11 июня отражена реальная популярность музыкантов, составленная на основе данных Твиттера. Итак, читаем сообщение на Billboard. Песня Ха Сон Вуна и участника BTS Чимина With You пятую неделю занимает первое место. Песня удерживается на вершине рейтинга с 3,5 миллионами упоминаний в Твиттере. Казахстанский певец и автор песен Димаш Кудайберген завоевал свой третий титул в чарте Hot Trending Songs с песней «Окей». Она дебютирует на 14-й строчке. Официальное видео появилось 30 мая. Друзья, согласитесь, приятно видеть на страницах столь авторитетного музыкального издания недавно опубликованный клип Димаша «Окей». Все-таки и песня, и клип артиста разительно отличаются от других видео, представленных в рейтинге, что говорит о больших заслугах Димаша как музыканта. Заметим, что песни артиста «Be With Me» и «Fly Away» по-прежнему находятся в топ-20 чарта Billboard Hot Trending Songs. Места вы можете посмотреть в списке статистических данных, собранных Диас из фан-клуба США. Все в пределах от 16 до 19 места. Итак, всем спасибо за удачное голосование. Ждем новых выступлений Димаша.